Исполнение бюджета осуществлялось в программном формате. На 20 муниципальных программ было направлено 98% расходов. Большую часть средств сосредоточили на сфере образования. Здесь объем расходов составил без малого 6 миллиардов рублей. На культуру, спорт и туризм в 2022 направили 288 миллионов. Также за счет бюджета было отремонтировано 15 километров дорог, благоустроено 19 дворовых территорий и 5 общественных пространств. У нас произошло снижение муниципального долга на 27 миллионов, то есть произошло погашение кредитов, привлеченных от коммерческих банков. Также произошло замещение коммерческих кредитов бюджетными кредитами. В тесном взаимодействии осуществлялось с Министерством финансов Тамбовской области сотрудничество по данному направлению. И, соответственно, доля коммерческих кредитов составила около 31%, а остальное приходится на бюджетные кредиты. Замещение коммерческих кредитов бюджетными позволило более чем на 50 миллионов снизить расходы на обслуживание муниципального долга. И теперь эти средства могут быть направлены на текущее финансирование.